Вы гордитесь, Дмитрий, вы гордитесь тем, что успели взять интервью у Амосова. Горжусь, конечно. И не только у Амосова, у многих великих людей, которые давно ушли в мир иной, но остались их живые свидетельства о жизни, их взгляды, их рассказы о времени, о себе. Николай Михайлович Амосов, конечно, был глыбой, Эверестом. И интервью такое необычное для него. Посмотрите, кстати, его в Ютубе. В гостях у Дмитрия Гордона Ютуб-канал. Вам понравится. Это очень интересно. Честно интересно. Я недавно его пересмотрел. Я же забываю, слушайте, интервью было где-то 900 уже. Я же не могу все помнить, что кто говорил, многочасовые интервью. Амосов прекрасен. Прекрасен.